Сьогодні відзначається Світовий день авіації і космонавтики. 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін вперше здійснив політ в наколоземний космічний простір. В Україні ж цей день святкують працівники ракетно-космічної галузі. А чи пам'ятають мешканці Дніпра перший політ у космос та що знають про славні традиції радянської космонавтики, дізнаємось прямо зараз. Перший політ в космос пам'ятаю, бо я була маленькою. Це була дуже велика така подія в житті. Ну, це було нове все, переживали. Так що, ну, а зараз немножко подзабивати почали. Я не знаю, что сегодня у нас такой праздник, вот. А к космосу я отношусь очень хорошо. Почему? Потому что это новые технологии. А новые технологии – это всегда улучшение нашей обычной жизни. Поэтому я за то, чтобы наука у нас развивалась в стране. Ну, вообще-то мы как бы первые вокруг земного шара пролетели, правильно? Американцы первые высадились на Луну, а мы первые полетели в космос. Это уже большой плюс. И что еще вам сказать? Ну, как бы космонавтов у нас много. Титов. Наш. ЮМЗ, да? Южмаш. Ракеты. Наши? Наши. Что первый человек, который в космос полетел, который потом весь глобус объездил почти. В каждой стране его встречали как победителя. Знаю. Знаю наш Южмаш, который активно участвовал во всем этом процессе, то есть где строились ракеты. Я не знаю, правда, конкретно строилась ли та ракета и какие-то ее части, но то, что наш Днепр как бы, в общем, да, участвовал в покорении космоса, это да, это знаю. Я помню, этот день очень помню, 12 апреля 61 года стоял на посту, был военным, вот, и тут было сообщение, что сегодня и то-то-то-то-то, так что я этот день помню. Отлично. Что вы знаете про этот день? Ой. Что-то сегодня или когда 60, годовщина же была, я говорю, в космос полетел. В 61 году. 12 апреля полетел космонавт Юрий Гагарин, а до этого летали собачки наши, Лайка, Белка и Стрелка. Ну, в этот день в каком-то там, ну, Юрий Гагарин полетел в космос, прилетел вокруг Земли, за, не могу ошибаться, по-моему, за 108 минут, это так.